Итак, ребята, всем привет, это Михаил, канал Video Game Addiction, игра No Man's Sky. Но сейчас в двух словах о том, что я тут поделал за кадром. Ну, прежде всего, я намутил бабла. То есть у нас сейчас с вами 1 миллион 700, и, как можете заметить, куча-куча варп-ячеек. Вот. То есть сейчас мы, в принципе, пролетим 4, 5, 6 систем, в каждой зайдем, возьмем ячейку для экзокостюма, ну, попытаемся, конечно, по пути посмотреть, какие корабли можно купить. Вот, поэтому сейчас заряжаем сразу же, так, да, кстати, и я еще поставил этот плазма-бластер, чтобы стрелять гранатами. Интересная штука, но на стражах я ее еще не успел попробовать. Так, садимся и идем на взлет. А так, в основном я просто ходил, собирал ресурсы и продавал. То есть ничего, в принципе, такого особенного я не делал. Даже слова толком не собирал. Так, ладно, карта. Я думаю, сейчас будем двигаться по такому же принципу, то есть посещаем космическую станцию, улучшаем костюм, смотрим корабли, идем дальше. Ну, на планету, думаю, никакого смысла нет приземляться, заниматься одним и тем же. Так, глядишь, может, какую-нибудь аномалию встретим или там у Атласа что-нибудь. Так, вот, что-то все такое зеленое, такого мы, походу, еще не видели. Опа, вот это здрасте. Что произошло? Откуда? Где? Бродяга, вард. Ой, сигнал бедствия. Да ну нафиг, там вон какая махина, они и сами без меня разберутся. Так, а где? Где, да, космическая станция? Настройки сохранились, да, замечательно. А то я все переживаю, что опять эта бодяга со звуком будет. Так-с. Что там, кто-то залететь сюда хочет? Нет, там, по-моему, просто что-то мелькает. Ну да ладно, это не важно все. Совсем забыл, что надо Atlas Pass 1 использовать. С ума сойти. С каждым разом все дороже. То есть, по сути, мы потратим где-то 500-600. Ну, очень много денег, действительно, мы на это потратим, на улучшение костюма. Учитывая, что с каждым разом это на 10 тысяч дороже. Так, менеджер. Отлично. Так, ну они все то же самое говорят. Так, о, хороший корабль, только и стоит он хорошо, конечно. 28 ячеек, и нужные мне улучшения есть. Таких денег у меня нету. И сразу же дальше стартуем. Блин, не видно еще, конечно, сколько лететь. Но мы сейчас так прям целеустремленно двигаемся к концу, потому что, ну, слишком много времени и неохота тратить. Thank you.
стороны, я думаю, может вообще за кадром долететь до центра Вселенной, или какие-то скучные галактики вообще опять же за кадром пролетать и начинать запись, когда хоть что-то интересное происходит. Ну, не знаю, пока я думаю, пока в таком режиме буду записывать, там как пойдет. Занесли как хорошо. Так. Опа, ее можно атаковать, я что-то даже и не думал. Интересно, конечно. Сейчас еще 140 тысяч отдадим. Тул, скорее всего, у нас уже есть какое-нибудь из этих улучшений. Система охлаждения — бесполезная херня. Сколько? 140 тысяч. С ума сойти. У нас костюм уже больше, чем сам наш корабль. Опа. А, этот мы... О, этот с одной турбиной. Мы видели с двумя. Насколько известно, до центра галактики со всеми крафтами совсем часов 30 где-то требуется. Не знаю, мы, по-моему, наиграли уже, ну, может, с натяжкой часов 10. Но, с другой стороны, я крафтить стараюсь максимально эффективно, чтобы не тратить на это кучу времени. Ну, корабли тоже особо не покупаю, улучшения и так далее. Да, я еще, кстати, узнал, вот эти вот аномалии, которые мы посещали, там, в принципе, они, ну, можно попросить не ресурсы у... Господи, я забыл, как ее там зовут-то. Как зовут это существо там в сверкающей маске. В общем, можно попросить не только ресурсы или там технологии, можно попросить, чтобы через черную дыру быстрее доставили к центру галактики, ну, то есть какое-то количество пути срезать. Это тоже вполне плюс, то есть если они нам попадутся, я обязательно этим воспользуюсь. Сколько у нас вообще чек? 28. С ума сойти. Больше корабля. Возникает вопрос, надо ли покупать нам корабль вообще.
Но, с одной стороны, вместимость костюма, она совершенно другая. То есть в одну ячейку корабля, опять же, больше влазит. Две ячейки, мы можем его купить. Мы даже... О, это даже неплохой корабль, скажу я вам. Так. Блин, посмотреть бы еще вот эти, конечно. Я боюсь, что вот этот улетит. Так, ну-ка давайте еще раз. Вот нам на него хватает, он чуточку получше нашего. Так, сравнить. На две ячейки больше, улучшение урона плюс 2. Ну, слушайте, я считаю, брать надо. Да, надо брать. Так, вот это мы сейчас все разбираем. И перекидываем к нему. Так, что еще? Можно что-нибудь разобрать? Все, больше ничего нельзя разобрать. Все, покупаем. Все, отлично. Теперь надо понять, выгодную ли мы покупку сделали. А, это наш старый, да? Фу, какая корова. Я уже даже не помню, похож ли вот этот вот на наш старый корабль, ну, на самый первый, который нам давали в начале. Не помню, честно, не помню. Так, блин, он же вообще не заряженный ничем, капец. Так, таймер зарядили. Взлетный. Да, нам, в принципе, даже хватило его полностью зарядить. Так, ну что у нас есть? Так, никаких лишних улучшений для лазеров нету. Так, фотонная пушка, отлично. Отлично, плюс 2 и щиту. Вообще замечательные улучшения. Но вот единственное, я бы вот это бы разобрал и поставил бы на урон лучше еще одно. Да, оно бы было значительно лучше. Ну, с одной стороны, ну давайте пока на скорострельность оставим, там посмотрим, если что, переобуемся. Так, ну что, заправляем новую нашу посудину. Ну, здесь чуть-чуть другой интерфейс. А так, в принципе, мы на самом деле по ячейкам ничего не выиграли, потому что свободные ячейки заняты улучшениями. То есть у нас сколько было свободных ячеек, столько и осталось. Единственное то, что мы получили улучшения, которые мне лень было крафтить. Вот в чем профит-то, собственно. Да, он, кстати, неплохо так стреляет. Оба. Базовый луч. Ну да, неплохо, неплохо. Никель я вообще не помню, чтобы можно было в космосе встретить. Интересно, конечно. Я немножко увлекся, конечно. Так, где космическая станция?
Так, у нас же еще, по-моему, на два прыжка осталось. Да, еще на два прыжка у нас осталось. Энциклопедия. Хм, отмена. Ну и, конечно же, улучшение для костюма. Да ладно, мне не хватает, капец. Кто мог подумать? Разговаривать не хочу. Я потому что знаю, что опять это будет. Ой, он так испугался там, типа, отойти от него, и все нахрен вылетает. Нет, я так не играю. Так. Леми какой-то. Ну-ка, что за леми, мне интересно. Ладно, не важно. Металлический сплав в связи с высокой прочностью широко используется в производстве грузовых звездолетов. Надежный материал, пользующийся постоянным спросом в галактической торговой сети. Неплохо, неплохо. Так, нам сколько, я забыл, надо? 60, по-моему, нет? Так, углерод, тамий. Иридий продаем, продаем. Плутоний пока оставим. Это мы продаем. По-моему, хватает. Ого, ни хрена себе. Махина какая. Священник еще. Ну-ка. Странник Атласа, ну это да, это я. А 36 ячеек, 14 тысяч. Ой, 14 миллионов, ебануться. Ебануться, просто ебануться. Капец у них, конечно, корабли. Я вот на своей вот этой вот писюльке просто вообще нафиг иду. Так, а черт, я же эту ячейку не взял. О, новый корабль. Так, выглядит интересно. Ну-ка, показывай. Отчасти мой напоминает. Нет, херня полная. Выглядит, конечно, интересно, но херня. 18 ячеек, это не серьезно. У меня у первого корабля по 18 было. Отлично. И у нас остается 5000. Да, и нам где-то нужно взять около сатыги. Чтобы на следующей базе нам было... чем, ну, на что купить. Так, что у нас? Две варп-ячейки еще есть. Однозначно мы эти варп-ячейки можем смело заправлять в корабль. Вот так вот. И нам к следующей системе нужно 170 тысяч и еще потом 180 еще к следующей. Вот так вот. Это, конечно, да. Интересно. Я вот думаю, вот здесь попытаться что-нибудь поискать. Или все-таки дальше лететь?
Даже вот не знаю. Давайте до следующей полетим, там посмотрим, что у нас вообще получится из всего этого. Так. Ох, нам сколько еще лететь-то, ужас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что, больше некуда, что ли? Угу, край, отлично. 10 еще прыжков нам осталось. Да, кто бы мог подумать, так. Так, если вот это край обозначается. А мы, получается, где? Как у нас называется? Простор, да? Угу, понятно. Ну, с нашими двумя варп-ячейками уже 8 будет. Ну, отлично, я думаю, мы максимально скоро доберемся. Хотя, с одной стороны, я некоторые моменты в игре для себя все-таки не раскрыл. Ну, то есть я там следующий уровень стражи не увидел, не повоевал с их кораблями, как минимум. А так, ну, Атлас пас второй хотя бы не нашел. Даже не знаю, что еще сходу не могу вспомнить. По крайней мере, вот это. Так, ну здесь мы, нам придется пойти на посадку. Нафармить бабосов. Иридий в космосе. Иридий. Вот это да. Иридий, по-моему, достаточно дорогой. Так, я его ни с чем не путаю. Нейтральный элемент необычный. А, ну и тайминг, конечно, соответственно. Так, ну смысла нам на космическую станцию лететь вообще никакого. Давайте сразу на планету двинемся. Займемся, собственно, крафтом. Сбором и крафтом. Потому что неплохо бы скрафтить улучшение для гранат, но это так. Ими действительно значительно быстрее добывать ресурсы. Так, что это там такое? Вот туда меня, пожалуйста. Так, я думаю, пора на посадку. Так, тут, наверное, еще и холодно достаточно. Какие интересные сооружения. Я так понимаю, даже созданные природой, скорее всего. Где описание, собственно, агрессивные, неагрессивные, здесь всякие стражи и так далее. Что-то вообще ничего не слышу. Так, это что? Ну, совсем рядом. А, ну да, видимо, вот. О, прелестно. Вот это то, что нужно. И да, здесь я смотрю, все-таки минус 47. Ого, мы сейчас нормально слово зацепим.
останавливаться. Силикат. Невозможно. Так, а на что дальше-то нажать? Так, сюда я пройти не могу. Блин, ну я хочу, чтобы эта штука со мной поговорила. Так, а где? Вот она еще. Я чувствую слабость, словно кто-то вторгается в мой разум. На коже появляются волдыри, они растут и лопаются. Я чувствую, как мою плоть изнутри разрывает тысячи крохотных игл. Вдруг я вижу, как металлические пауки, возможно, стражи поднимаются по моему телу и забираются под шлем. Неужели это все происходит на самом деле? Этого не может быть. Я начинаю кричать. Так, он мне что-то говорит. Спокойный бургун. Не знаю, что это значит. Так. Ну, давайте выберем подождать. Галлюцинация исчезает, это было какое-то испытание, мне удалось его пройти, передо мной появляется награда. Только не вылетай. Корвакс теперь относится к вам лучше. Отлично. Это какая-то из раз, я так понимаю. Корванский скафандр. А, эти, да тьфу, нафиг они нужны. Они какие-то слишком религиозные ребята. И слишком напуганные. От каждого там шороха начинают шарахаться. Металлическая оболочка электронной формы жизни, которая оказалась слишком далеко от родного мира и не смогла получить новую сущность, высоко ценится представителями всех видов, включая самих корваксов. Так, ну неплохо бы найти какую-нибудь жилу и обработать ее. Вот эта штука выглядит интересно, но на нее забираться, конечно. Опасная ночная температура. Так, и чё? Всё, что ли? Я вот ради этого сюда лез. А, ну и херота. Даже эта жила оказалась просто железо. Так, еще важно недалеко отходить от корабля, а то мы можем просто-напросто замерзнуть. О, вот это вообще находочка. Блин, я могу путать гериди с каким-то другим материалом. Но, по-моему, его неплохо можно продать. Кстати, как гранаты действуют? Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Нормально, да?
Бух. Бух. Ну, единственное, их опять же, да, перезаряжать надо часто. Но у меня и лазер с одной стороны неплохо справляется. Его даже можно еще улучшить. Еще я опять же среди советов прочитал, что особо нет смысла вот это все, что ниже земли, обрабатывать, потому что там содержание очень низкое. Ну, что-то вот мы вообще мало. И все, больше перестали давать. Все, пусть дерево в воздухе болтается, ибо нефиг тут выросло, знаете ли. Так, ну давайте слетаем дальше, еще поищем какие-нибудь интересные места и жилы. Страж прилетел, его можно убить было, в принципе. Титана ради. Так, сейчас если что, у этой выйдем. Так, что у нас там с этой, с геридием? Силикат обычный, а ну да, его мы недорого продадим. Вот и мерилы хорошо можно продать, и платину. Необычный цинк, ну да, вот их неплохо можно продать. Так, это пусть здесь лежит, это нам еще все пригодится. Так, куда полетим дальше? Так, вот это вот голубое, это интересно, ресурс или лед? Ну-ка, давайте посмотрим. Это просто снег, к сожалению. Издалека выглядело как-то многообещающе. Да, к сожалению, ничего интересного. Да, неплохо бы найти снова планету, на которой куча каких-нибудь артефактов, там типа этой жемчужины. Потому что их хотя бы, ну действительно, можно как-то выгодно продавать. Блин, сюда. Надо было еще чуть-чуть пролететь. Опа. Так, на этих заразах, потому что тоже деньги можно зарабатывать. Темперамент послушный. Да, большая скотина, конечно. Я не совсем понимаю, почему цинк мы добываем из цветов. Изонит это хорошо. Возможно, даже где-то есть большая его жила. О, новые слова вижу впереди. Отлично. Так, вот это мы тоже добудем. Низкий интеллект замечательный.
Так, ну наконец-то. Так, он еще один. Так, что-то я далеко от корабля, походу, ушел. Ай, Гериди, нахер он нужен. Ну его и так до хера уже. Потепление небольшое, до 45-47, неплохо, неплохо. Ну так бесконечно, конечно, можно ходить от ресурса к ресурсу. Ну пусть летит. Сейчас что по пути, конечно, соберем. А, ну эти мы взяли, походу, да? Так, сейчас мы это все отдадим на исследование. Отлично, 7000. Так, сколько у нас всего? 13000, ну да, так себе, конечно. Еще нужно 160. О, вот это да. Электронный пар, но это нам для крафта все, и антиматерия, сразу на две ячейки нам, замечательно. А мы этого сразу сейчас накажем. Так, минута до чего-то. Не всем понятно, о чем речь идет. Надеюсь, это терминал какой-нибудь торговый. Thank you.
такой Вакснакс вообще, походу, уже обожает. Судя по количеству улучшений, полученных для взаимоотношений с этими персонажами. Все пооткрывали. Вот чем она отличается от соседней, да вот хрен ее пойми. Как по мне, ничем абсолютно. Господи. Цветочек встал почти. Не знаю, может уже, конечно, вверх полететь. Чего бы нет, когда да. Вот если бы вот эти по трое не летали, я бы так чисто интересно попробовал бы напасть. Тоже на исследование. 5500 вообще отлично. Острые края артефакта нашептывают мне о мечтах и воспоминаниях отзвуков корваксов на моем родном языке. Истинное предназначение интерфейсов Атласа – ожидать прибытия странников, которые ищут пределы Вселенной в самом ее центре. В бесконечном времени их прибытие вероятно. Их потенциал не знает границ. Одно из миллиардов измерений примет их. Теперь я знаю больше о единстве корваксов. Форма жизни. Пассивный, травоядный. Фу, какая странная штука вообще, конечно. Так. Ну, там гранаты, что ли, разряжены? Нет, еще есть. Thank you.
Такс. Ну, я думаю, можно скрафтить и уже варп-ячейку. Еще одну. Вот, отлично, нафармили. Сразу заправляем это все в звездолет. Ну, вообще, чуть ли не полностью его сразу заправили. Так, ну давайте слетаем, продадим. Я, конечно, не уверен, что нам хватит. Но тратить кучу времени в записи для добычи ресурсов — так себе, конечно, вариант. Так, вот это ну, что такое? Железо, фу. Оно вообще дешевое и бесполезное. Скафандр продаем, эмерил, платину, иридий, углерод, вот это, цинк, еще геридий, кризонит, титан, плутония на 18 тысяч, ни хрена себе набрал. Так, и в звездолете вроде, ну вот железо продадим, оно бесполезное. Так, сколько у меня? 161, ну чуть-чуть не хватило. Можно в космосе, конечно, дофармить эту десятку. Так, ну где все камни? Вон один какой-то одинокий вижу вдалеке. Так. Сейчас, я думаю, вот эту десятку быстро наберем. Что дают. Даже ничего не долетело. Так,
приближаются, только не ко мне. У меня есть дела поважнее. Взять ячейку инвентаря и свалить отсюда. С одной стороны, можно и потестить новые пушки. Ну, конечно, блин, транспорт не пизат. Это что еще могут атаковать? Ну, где враги? Либо я попротестирую пушки. Главное по кораблю не попасть. Это вечная проблема. Я попадаю по кораблю. Так, нифига он какой. Вообще на раз его разобрал. За одну стычку, я бы сказал. Так. Это где? Где он? Вижу, вижу, вижу. Такого. Так, щиты, щиты, щиты. Железо нельзя собирали, замечательно. А я еще ворчал. Так, сколько их? Еще 5 осталось. Опа, леми, ни хрена себе, и золото. Вот это да. Я, конечно, догадывался, что с ним должно что-то выпадать, но в полной мере не ожидал этого. Так, один нарвался на меня. Где ты, зараза? Готово. Взрывайся давай. Отлично. Вот это вот нормально. И леми с них даже падает. Блин, главное в корабль не попасть. Вот это опасно было, потому что если он меня атакует, ничем хорошим это не закончится. Сюда, родные, и мерил вообще прекрасно. Так, щиты. Блин. Вот это вот сейчас не вовремя вообще. Вот, вот вообще. Так, я еще живой? Живой, на секунду отвлекся на телефон. О, тем временем 3 корабля. Отлично, отлично. Фух. Это вообще было близко. Как-то опрометчиво было с моей стороны оставлять игру не на паузе, но надо, надо было. Ха! Так, еще один. Давай, 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 давай. Баба. Может встать на путь пиратства? Раз так легко ресурсы добываются. Сейчас вот эти еще возьмем. Отлично. Так, где-то еще одна скотина тут летает. Неудобственно, да. Блин, я слышу, где он? Где?
что ли? Да, вон он, зараза. Я могу. И все, что ли? Только они ко мне просто стали лучше относиться. На оленей подобрал. Неплохо, неплохо. Но в порт вы меня, значит, все еще к себе не пустите. Ну ладно, я запомнил. Оно зарекомендовало себя как полезный материал, поэтому надо добыть. Радоваться со всего вот этого добытого железа, даже будь это 150, мы получим, ну, по-моему, 1005 всего. То есть, ну, это нифига вообще. Они нам, конечно, сейчас зайдут очень так неплохо, но все же. Уже. Хм. Ладно, полетели. Это знак. Что у нас тут? Я уже и забыл. Так, инвентарь, понятное дело, пусто. Так, иридий вообще нормально. 22 тысячи. Лемий на 93 тысячи. С ума сойти. Золото. Вон, железо. Ну, давайте железо пока оставим. С одной стороны, он всего одну ячейку занимает. Эмерил. Так. 58 тысяч. Продаем. Лемий продаем. Иридий продаем. Плутоний оставляем. Все отлично. А возможно даже на вторую сразу ячейку инвентаря хватит. Так, она же должна 180 будет стоить следующая. Так, вот это насколько помню, 170. Да, отлично, у нас почти остается на новую ячейку. Так, но если мы продадим Тамия 1000, да, нам надо 1000 Тамия продать. Нам должно хватить. Ой.
Да, вот мы его 1000 продадим. Копить их себе оставим. О, ювелирно. И отлично, с запасом даже получилось. Так что 180 тысяч у нас на следующую ячейку есть. Так, ну что-то вообще по-хорошему эта серия у нас сами затянулась, поэтому давайте сохраняться. Плюс мне надо там позвонить, раз меня кто-то хотел. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока!